Эй! Привет! Эй! Почему сегодня все такие грустные? А? Алло! Сейчас мы поедем покупать... Ей! Подарок, потому что кто здесь папочка? Кто здесь папочка? Кто? Кто папочка она? Фали! Кто папочка? Кто папочка? Я папочка. Погнали по магазинам, по американским магазинам. Мы будем ходить сейчас по американским магазинам. Смотрите, кто там нахуй. Вот это, блядь, злой пес. Как он меня заебал, если честно. Хотя он уже не гавкает. Мне кажется, одна сдохла собака. Умерла одна собака. Давай, быстрее. Я твою жопу снял. Попочка. Ну, я такой же колхозник, как, собственно, я. На. Говорю, какой магазин поедем? Говорит, в мол. Да. Вот так у меня из окна, ребятки, выглядит. Блять. Это не твое. Оно и для сегодняшнего дня еще мое. Ты не заплатил за первое число, что все. Смотрите на этот прекрасный торт. Нормально! Даже без ветра, блять, это же Чикаго. Вон у соседа тачка как GTA 5. Фитнес-тренер. Не фитнес-тренер. Ты вот, блядь, кого-то из этого спортзал. Да? Да? Нет. Что нет? А ну, положила. Погнал я. Не надо меня видео свои вставлять. Почему? Не хочу. Ты не хочешь стать знаменитой? Нет. Она не хочет стать знаменитой. Поэтому я буду просто показывать ее жопу. У меня просто закончился интернет. 6 гигабайтов, а... Какой 6? 3 гигабайта. Закончилось за 4 дня, и так постоянно. У нее я не знаю, что. Она порнушку не смотрит. В HD и в 4K. Тоже? Ну, понятно. А вот я так и не тронулся. Она не ставит музыку. Она ставит свою музыку, которая там, я не знаю, у тебя какого года. Вот как телефон она купила. Вот эта музыка у нее осталась. Ну, ты, я говорю, с интернета поставь музыку. Я сейчас пользуюсь интернетом. Ну, вот возьми. И что ты... Чё ты вот жадный? Ну, сейчас я закончу и включу. Ним, поехали, время уже. Поставь музыку. Смотри, сколько там будет свидетелей плохого поведения. Если хотите, чтобы видеоролики были вот в таком формате, пишите. Да. Прекрасная погодка просто. Отлично. Знаешь, какой сейчас прикол был? Я стою такой, тебя жду, пока ты там в туалет сходишь. И какая-то баба напердела, блядь, пока я стоял. И резко газу дала. Я чуть не от запаха от ее разлагающего буррито, сука, как это воняло, тупые. Короче, вот такую футболку нашел. Вообще просто четкая. Мне очень нравится. Наконец-то тут в Америке нашел магазин, где можно брать нормальную одежду. Вот вы понимаете, вот это вот здесь скидки, смотрите, какие. Вот это стоило 50, сейчас я за $20 куплю. Вот эти, конечно, без скидочки, эти подороже. 98, это без налога, плюс налог. Я думаю, брать или не брать. Дарт Вейдер, конечно, крутой, но 100 баксов отдавать за это. Блять, мне кажется, тут Дарт Вейдер на гея похож. Напишите в комментариях, кто тоже согласен, что Дарт Вейдер тут какой-то пидорский. Тебе вообще подарки понравились? Тебя? Что? Да. Понравились, очень спасибо. Да. Мясо будем сегодня жарить? Ты счастлива? Да. Что тебя папочка кормит? Ты меня кормишь? Ты сама за себя будешь платить? Ну а чё тогда, блядь? Я буду кушать, всем приятного аппетита. То есть ты мне сейчас говорила, ты сама была, видела, как у девочки были месячные и выходили они наружу, правильно? А ну говори правду. Да ты говорила. Она мне говорила, что она сама видела случай, когда... В смысле наружу? Ну, в смысле, куда-то садится и кровь остается. Ну, протекает. И да не надо. Я что говорю? Она говорит, даже большие тампоны, говорит, не спасают. Да? Не спасают бывает некоторые девочки? Большие тампоны. Так вот, мне интересно, я думаю, зрителям тоже. А если два вставить, больших тампонов? Это спасет? Перестань. Ну это спасет, скажи. Нет. Ну это спасет? Перестань. Нужно больше грязи. Ты не знаешь моих подписчиков. Ужасно. Это прекрасно. Ребята, вот летом, вот у меня такое будет, я вам вот говорю. Вот, если у меня летом такого не будет, задизите меня. Ты меня что, шмонаешь? Хочешь яйца мои найти или что это такое? Это что такое?
ключи, а ключи. Вот такой будет, ребята, у меня все. Так что следите следующим летом. Даже смотрите, если из подписчиков, кто будет в Америке, прокачу, сука, на такой. Ну, я хочу себе желтый. Возьму, 100%. И вот настал этот печальный момент. Я покидаю эту хатку. Не получилось. Всем привет! Всем чики-пак! Переезжаю я, и это все, что я нажил за это время. Да, не так уж много, но зато... Что ты, блядь? Он был слаб. Поедем сейчас, перекинем эти все вещички до нового дома. Я его обязательно покажу. Там будет сниматься дофигища чего. И сегодня я встречусь, наверное, еще с Бартыком. Пожарим грильку, съездим в магазинчик. Будет много всего интересного. Пишите, пожалуйста, пишите. Если вам не нравится, пишите дерьмо. Если нравится, пишите нравится. Если что-то нравится, что-то не нравится, пишите, что вам нравится, что не нравится. Нравится лайк, не нравится дизлайк. Очень-очень радует. И вот эти вот 500 просмотров — это самый теплый просмотр. Пишите свои имена, кого как зовут, потому что когда нас будет миллион, а нас, сука, будет миллион, я буду вас всех знать по именам, и вы будете всегда темы, блять, темы, те первыми, темы первыми. Это как у девочки, знаете, она всегда помнит первого. So we left the crib, now we in the goddamn ride.